CV-шек в деку пихать. Запись. А чего? Покинул. Потому что ты их мало того, что на фронте юзаешь для лычек, типа, так еще и в тылу их нужно держать, потому что тебе постоянно зоны декапят. Подожди, шо, ну, там же хилыч. Кошмар дает лычку в окружающей пехоте или вообще юнит. Ну это они с, этот, взяли с остальной дивизии, но... Да. Так, стоишь с буками лычканутыми и хуяришь нахуй. Так. Тоже блядь, корректировщики рейнджи. По стандартному плану даблится центр. Один на Елену и один дефай от Николас. Ну или там Йод, точнее. Даблица центр. Но я могу в механом заехать, если надо. Или не надо. Так, я так. Пойду вон Йод дефать, потому что я аутист, вот. Скажите, что мне делать? Я на России. Похуй, я поеду центр душить. Так, на точку... Аутист лучше всего с Грегори по-хорошему, типа. Грегори. Потому что на Ольге фобы могут трахнуть спокойно. Понял. Я себе тут два фобщика так, оставлю. Ну за фобами они охотятся, да, получается? Что-то НБК, ты что, дефать две точки будешь или что? Не, не... Так, я ее дефаю. Да, где давим точку Ч? Не, Елену ж НБК говорил. Елену, да? Елена один. А, да, Елена центрится. Же. Смотри, понимаешь, Елена, у тебя Харитон респ, вы на Елену там переключаетесь, похуй. И давай еще раз, я нихуя не понял. Даблится центр. Хорош. Центр нужно забрать сразу. Центр, после того, как мы забираем центр, мы еще играем обычный вот падик, это, только вот через это, Елену. Вот это. Ёшкин, центр, да. Центр, сектор. Человек. Сектор. А, человек. Ну, я говорю, че? Так, окей, кто туда поедет? Двое туда, ну да. Я туда еду, я механ, я еду. На ты так. Едешь. Это пехотный? Что, Юда, ты пойдешь либо на Елену, либо я поеду с Пикудой. Определяйся, как лучше. А в Пикуде, а у тебя что за дека идет? Иран, пехотная. Ну, как пехота? Мясо, фарш. И пикуда пехотный. Ну, чё, давай на Елену, пофигу. Я на Елену въезжаю тогда. Давай. Вы там вдвоём разруливайте. Что, у тебя с голосом? Ты болеешь, что ли? Я сам не знаю. Я не, бля, не, не, жопа. Не стримил в этот... И все, и уже забыл, как разговаривать. У меня такое бывает. Стрим, я сразу охрип. Сразу. Я не знаю, тоже у меня нормально, да, как бы. Блядь, есть варик высрать радарник на старте? Или там не радарное ПО много? Так, CV я сюда ставлю, определите. В Америке это правильно, или кто, или другой куда CV. А, нет, там кто-то CV уже. CV-шки расставьте, кто куда. Пикудыч, куда CV-шку поведешь? Киньте на плюс 2 на Николас, халявную плюс 2. Я на Николай кину, давай. Ну, 4 командира, и Грегори, Харитон, Николай... И Ольга, вот. То есть это без допов. Давай Пикуда на Григория, да, енот на Харитон пойдет. А, на Григория? Ну давай на Григория. Да, Пикуда на Григория, а енот забирай с собой на Харитон. Ну, чтоб так по-нормальному, как у людей. Все как у... Я с собой на Харитон, понял, принял. Угу. Да, все как у людей. Шо, тут дома, Пикудыч, там дома, а шо дома? Ну, кошмар, что дома. Сейчас, нет. Скорее всего, стандартный сценарий, типа, на центре приедет какой-то жирный чел, скорее всего, один. А двое приедут на йод, типа, меня пропушат, они обычно йод забирают почему-то на этой карте, типа, ни центр не уважают. Но так, еще может быть вариант, что на центр приедет двое, но один приедет тупо в лес. Со старта артим, правильно, со старта артим. Ну, если ты, блядь, тут я умеешь артить... Ну, подожди. А, нет, кстати, нельзя артить. 10 секунд со старта, да. 10 секунд, так надо сводиться на 10 секунд. Ну, нет, я не понял, там 30 секунд, по-моему, да, 30 секунд. А в чём прикол? Это в турике, а на этих, типа, на серверных просто 30 секунд. Тем временем мы на первой секунде. Ого, это звезды падают? А нахуй у нас все юниты жопой развернуты, у меня такой вопрос. А ваша карта так забагана. Ты же видишь, она развернутая. Бля, Пикуд, я набрал какого-то говна, я не знаю. Да, я тоже не переживаю. Я даже ситуация. Жесть. Ладно, куда. А кто это вообще такие? А это бойцы, понял, все понял. А, у меня столько бойцы. Я получается. Понял, все понял. Ёшкин, а я ж фоб взял, не? А, не взял. У меня один фоб на Ольге торчит. На Ольге два фоба, норм, похуй. Так, вы главное смотрите, чтобы не облетели нас. Вот вы лучше облетите, а нас... Да, я проскакиваю. А у нас стволки, кстати, у нас стволки нету. Здесь фобы нет. не убиваются РСЗОшкой фобы. Да? Просто учтите это, да. Стволки у нас нет, КП поэтому мне кажется, больше, да. А что тут больше КП?
Да. Да. 25. Ой, я бустард. Нет, я не бустард. Ладно, повезло. Ну вот. А что бустард? А, у меня бах, я понял. Все. Альтабыши. Все. Альтабыши. Карты шаг. Блять, ебучая ПГЗ-ха, дай. БРДМ, ты двигай. Ого, это мне? Ой-ой-ой. Не надо, дядя. Дядя, не надо. Лайтнинг, лайтнинг, лайтнинг. Ага. Лайтнинг каток какой, а это... О. А у меня... А, мне не достает, я понял. А он еще бомбу на старте скинул? Слышь? Я не знаю. Скинула бомбу на старте. Ты говоришь, что артить нельзя. Ну вот. Один хуй промазал. Пойдет он нах. Вот это прям... БРДМ, прям... двинь крот. Спасибо. Сейчас но тут нихуя никто не приехал. Плюс. Ну все, на Чилену берете и все. Игра закончена нах. Кто кончен? Иди сюда. Я не кончен. Я кончен. Кончен и. И. Плюс. Побежали, 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 побежали. Я вызываю кошку, народ. Я вызвал на Диму. Вообще не забудь вот этот кусочек занять. Я там еду. Давай я туда скину верт реконистый. Да, я скину туда реконистый верт. У меня хуй лучше на реклерках. Ой, блядь. А че, не Елена не поехали вообще? Все. Ебать, совет. Тихо. Там кто-то прямо жестко так в этот... Да я. Влетает, а безаргументированно влетаешь. Блин, что там есть? Ага. Вот такая есть. Милан. Ой, это что, такая херня влетела? Страшно, страшно. Я тут... Там супер вертолет, да. С ним внимательно. Да, я пытаюсь панцирь на него выпить. Звезда, супер вертолет. Да, минус супер вертолет. Вызвал кашу на человека. Не забывай, там супер вылеты будут, и мы им ничего не сделаем, если не подготовим платформу. Либо истреба, либо из 400, скажи. Я не шарю просто. Ну тут... Все под вопросом. АФКшник, что ли? Где тип? Ну да, у них кто-то смачно посасывает где-то. Одного типа вообще не вижу. Что это для прикрытых? Так, ладно, нет, пора, наверное. А вот увидел, окей. Так, может, ладно, я командира вытаскиваю тогда, да. Я, сможешь, я план, достал, да, на человека. Так, видит. Так, смотри, енот, я подкатил к тебе. Ой. Ага. Так, я себе командира все-таки поставлю. Я коплю на 2400. Давай. Я хорош. Цыган. Хорошо идем, да? Нормально идем. Да, хорошо идем. Про сейчас угары здесь, ага. Бля, классная карта, мне нравится. Ок. Особенно пока выигрываем. Они что-то, я не знаю, я... Блять, иногда лучше просто только два нормальных, а двое этих новичков, походу. А, там вообще нулевые, что ли? Я просто не знаю, против кого мы играем. Там майор он какой-то. Ну, а сам латералус еще двигаются по карте, а эти двое, то, блять, походу, вообще. Ну, я командира вытащил, мы сразу командира поставим, и все, будем отдыхать, вообще пофигу. Правильно? Да, да. Ну, все. А, так, здесь хорошо. Какая-то херня, начинаю, что, РСЗО, что ли, доставать? Не знаю. Или Леонид Пушев, я не знаю. А, вон там два тупа каких-то вообще на Михаиле. Не, это не тупо, это супер. А, ну, прям танки, ладно. Окей, я буду танк. Радарником по барыжу. Я достаю на центр, 2400. Надеюсь, мне их не сожгут. Ну или не сразу, хотя бы. Да, прям надо ударить, вот где по маркеру, да. Видим. Ой-ой-ой.
Прикинь, РСЗО жестко цепляется, я не могу в другую точку. Скажу, как... У меня был, раптор упал от Америки. Да. Упал? Ой. Да. Да не, я ж там пострелял, мои мы. Нихуя, никто по нему не попал, а мой. Панцирь, панцирь. Волка тут и не попал. На ракеты все по нему. Блин, енот, вот этот лес надо будет как-то взять. Пока как-то намазаться. Куда? Я понял. Вижу. Давай пока не спешим, тогда его сначала забираем, да. Да. Бля, лайтнинг залетает. Нам привезу. Так, ПВО чего у нас там не достает туда, да? Здорово. Я затыкал из 400. Ладно, в следующий раз он не пролетит. Понятно. Сам там бомбовой его бесплатно устроил нам. Да, это их надо сейчас как-то копнуть. А у них не бейшер? Не, у них не бейшер гранта. Да, если они сами отдали. Каракалы там какие-то, смотри, ну что это снабжуха, каракал? Вот тут. Не, ну, не знаю. Вертолет здесь висит. Может быть, я не знаю. Либо транспортник, либо снабжуха, может быть. А, ну там лычки ебейшие были, походу. Там команда Марины могли быть или сами. Танкист Галкин. Так, разведки здесь чуть-чуть мне не хватает. Возьму снайперов. Да, команда Марины прилетели. Так, ну вот они здесь удар, сейчас кулак, смотри, подставляют, да. Прямо, видишь? Прям мощненько. Mm-hmm. Сюда надо либо танковую сейчас ударную группу. Самолет убираю, пикуда, тебе прям херово. Там он этот, блядь, пумы выехали. Это танки. Да, ладно, я танки коплю, да, я пехоты вызвал зря. Зря вызвал пехоту, надо было танки. Ну, кто-то пехоту, я на пехоту тогда. Да, да, пехота еще пехоты навез. А у меня пехота, опять же, чисто фарш такой. Я понимаю. У меня это вообще все херово. Надо вот этот дом занять. Видишь, смотри, вот там фланг, вон там куры, да, аккуратно стреляют. Неприятно. Ничего сделать не могу, тут и просвечивают меня, и просвечивают, да, я там, туда надо ударять, блин, не скоро я ударю туда. Давай РСЗО достанем. МПТ-ки тут бесполезны, как были, так и остались, да? Да. Слишком дорого. Атаковцы какие-то херачат. Так, да, нам сейчас накрывать будет жестко, да, вон, видишь, смотри, сейчас. Лакаемся, все дела. Сюда, короче, жестко бьют. Да, мы тут застопорили. Угу. Ты куда еще? Я как-то давай вперед. Я шагаю. И кластерами туда, ну и РСЗОшкой все накрывать надо. Это говно у них там, то что накопилось. Так, я 400 не отключаю. Я туда, кто едет туда этими, я ЗСДшки, да. А, ну короче, я туда накидываю. Блять, панцирь ровно, панцирь полетел, жалко. Когда там... Аккуратнее, он пилот. Я жду енотовских подарков. Блять, чё какой-то быстрый СЗО. Не разыскал. А где звуки от игры? А, я переключился на это.
Ой, ну какая-то хуём была, эти кассеты, что ли? Кассеты, да. Сбито, бля. Сразу ПВО перемещаем. Ну и разведку светят. Ну, давай, 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 давай. Попасть не можем. Да, не можем попасть. Вон, Туром сломал мне эту. У танка оружие. Самолет. Еще лайтинг зашел. Бляха, муха, неудобно. Ладно. Да, это вроде фокус. Да. Так, ну вроде тут чуть-чуть, да. Ну, мешает прямо Леонид, мне очень нужно будет сейчас что-то придумать с ним. И разведка не высвечивает, да? Куры-куры. Там разведка есть своя у них, она более мощная. И я туда. Да, мы узбом сейчас на Леонид в лес с этого с Елены отправить. Не знаю, фобов до хера, вообще не архив, я достаю смерти. Я два, у меня вот, я арчу, блядь, единственный, кто здесь вообще на карте. Я единственный. Где остальные? Стой. Где остальные? Так, я буду контрить. Можно вот такой контрить? Конечно, у нас нету даже, нечем пострелять по вот этому говну, который... У меня танки, вот, блин, заправки должны быть. Я в туры вызвал, да, мать. Потом мы здесь даже не стреляем, вот сейчас вот по нам стреляют, да, мы не стреляем. У меня сейчас запасная сишка есть, я пока съел, эвакуировал там на Леонид, если надо будет пихнуть. Я дам проблемы какие-то? Да? А, нет, нормально. Ну, не, похуй, там двое, ага. Типа, сюда на размен. Я нас нечем стрелять, мы, у нас куча спама и нечем стрелять. Я приехал там. А, точно, еще уже приехал. Все, пуша. Я мне давно. Давно. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Я бы еще командира сразу выставил, вытащил командира. Бля, ибо это бурлей. Там у них последний оплот называется. Курага, то есть 130. Так, здесь тоже концентрироваться в одном месте, это почти бессмысленно. А дальше на Михаэль. Так, давай Михаэль, да, Михаэль можем поджимать. Я ураган взял, он на Михаэль сейчас закинет. Опять спускается говнорями. Его надо там запретить навсегда. Есть чем запретить? Накидывать туда, просто накидывать чем-нибудь. Они там на ПКД будут, если мы внизу не расстаемся чем-нибудь. Давай туда. Блядь. От него мне залетело. Еще и второй, блядь. Это больше троп, что ли? Бля, ну там нихуёво, так они нагоняют. Так, на Ленинка шну ставлю.
Так, арту есть там арта, да, давайте. Или передислоцируем, то есть резко назад, там, Абрамс, HA, я ничем ему не помогу. Да, я не могу пока, я сражаюсь в лесах, тут справа. Я понял. Справа. Сейчас. Абрамс, ну, давай корнетом завезу еще. Ну, это прям зашли так, а у нас... Нормально, они сейчас в минус зашли. Пойдет, я сейчас выкину. С Абрамсом HA могу уже повоевать. Это тут не самому Абрамсу, чтобы мы не растягивали силы, разово надо выдолбить оттуда уродцев и все. Сейчас, давайте сначала закину, тут всех убью в лесу, а потом перееду. Давай. Там. Там уже кто-то командира поставил. Газ, Тигр, кто там это, пехоту поставил, этот НБК убирай, засветишь. У нас на Леониде твоя командирка, ага. Да. Короче, у меня командир запасной есть, все, не рыпаемся, не наслаждаемся. Ой, плохо. Так, а за мостом никого нету у нас там. Угу. Плохо. Там были челики, да, их убили. Тупо она после этого убила. Кого там убили? Мою снабжу. Нам капут на Астину. Ага. Да мы так и Борис можем забрать технически. НБК, твои приказы какие? Да не, Борис, там же сейчас... Вот это да, вообще, я же вижу, думаю, что там происходит. Не, ну у нас хорошо, в смысле, что у нас хорошо, поэтому спрашиваю. На Михаэль, мне кажется, просто задушить. На Михаэль? Ну, у нас широкий фронт, но можем зато садиться с НБК. Да. Справа налево идем. Михаэль все-таки? Ну давай, Михаэль, давай. Давай. Но без риска, без риска, чтобы... Потому что они снова сюда что-то купят. Говно, без риска, чтобы... Я ставлю тут танк просто один. Да, я все, что у меня сейчас пришло, я все оставлю. Все, я перекину. Все, оставим здесь технически. Это убить, чтобы нам больше не поползновение, чтобы не было. Так, выставляю ультраспам. У меня лайтинки начали летать. Угу. А, у меня тут сейчас летнут танк нахуй. Да, у меня ага. Долетнули танк, С-400 свой выставляю. Так, ну упал самолет, хорошо. Так. А я не знаю, откуда мне тут С-400 подошли. Тихо, никто там спешит, не надо спешить, сейчас Михаэль подъедет. Работа. Или там нормально все? Ну, нормально. Это дома, а, вон, видел даже командира, отлично. Видишь, там со всех сторон туры. Я попытаюсь сейчас прорядить дома, чтобы они нам вообще там. Так, танки я подогнался. Мы сейчас еще Михаэля блочим. КВС-ка в воздухе на НБК. Побегать. Так, то есть... Ну, короче, танк на Михаэле, нужно будет его проломить, как хотите. Если вперед сейчас все двинете, я поехал. У меня 4 танка тут, что мне открывать? Вот. Вон он, танк. Ну, у меня только едет. Да? Они, походу, сейчас и Николай могут попробовать забрать. Не, хотя если вы Михаил сейчас заберете, похуй, это все будет тщетно. Так, мы заберем. Закончился, хорошо. Мы сейчас все, мы уже туда двигаемся. Там еще вот тут один катается. Ебать, там крот танков высрал, ебать. Блядь, вайпер ебаный. У меня зенитка едет, класс. едет. Вайпер. Пока не там она едет, не едет. Пью! У вас там есть, да, ПВО? Ох ты, нихрена себе там, это вот что здесь за ракета такая прилетела, это капская. Вот, вот, на, вот, еду, дорогая, еду. Но далеко. Не хватает рекона. Так, рекон вертка я могу дать туда. Бля, сейчас два танка бесплатно, да. Бать хуя бесплатно.
Вот я про это говорю, чтобы они не спешили нам. Не, получается, что так. Комп лагает, когда я там нахуй в вашу сторону смотрю, блядь. Да, у меня тоже, кстати, лагишь так-то есть. Ну, не знаю. Я еще записываю, но все равно. Че, патриоты уже отваливаются? Okay. Сейчас так поиграем пару игр, там все зафиксят нахуй. Да, вообще все. Иран, мы удаляем Иран. Потому что он. Я по лайкеру 44%, хорош, сбил. Плюс. Даю панцирь. Что, блядь, а как? Минемет нахуй 0 крыша, затанчил смерч. Классика. Это что, блядь? Это классика. Я наступаю, пацаны. Классика. Я надеюсь, вы со мной наступаете тут тоже. Я поехал, да. Да. Сначала бы Джи написал, ок. Потом бы жеремать. Ок. This doesn't call, ок. Окей, okay. Это что-то злобное, походу. Вердер. Нукс. Блин, не знаю, ну ладно, у вас все отлично было. А я, кстати, тоже в плюс отыграл. Так мы все. Значит, потому что меня прям жали немного, я что-то так, даже у меня армия всралась под конец. Закончилось. А я рассказал, как они у нас схлопнулись там дважды, и я понял, что куда-то надо идти. Идти вот, мы решили сюда, к тебе. Вот и все. Да. Так, я им даю повладку тем, что они мапу выбирали, типа. То есть они могут выбирать всякие мапы крутые, я считаю, справедливо. Нормальная мапа. Удобно. Господи. Ну, если бы не техника, наша жопой стояла. Да, но так на некоторых же картах в стандартном варгейме техника на старте стоит жопой, да. А он ушел. Он ушел, даже договаривался. А, ну шо? Он пойдет сейчас к ним, скажет, хай, унтерменши. Да. Ой, ладно, нормалек.